уважение. Я слышу голос из поднебесья, покинь пределы бездны, сделай шаг ко мне. Но вдруг некто любезно приказывает оставаться на месте. Не правда ли больше прелести в моем царстве? Неужели несметные богатства ты готов оставить без присмотра и до конца жалких дней скитаться по просторам планеты и пытаться довести до детей моих то, что для нашего рода является вздором? Преодолевать горы, когда можно покорить просторы, непринужденно воспарить, и не то что горы, континенты, океаны покажутся каплей в море. Во вселенной, наполненной идеалами сверху донизу, а в вашем сознании лишь то, что вы называете богатством. Поднимать с пола крошки, когда на столе стоят явства, специально отобранные из всех благ, что собраны в угодьях нашего аббатства. Девиз у нас таков, разделяй и властвуй. Добро пожаловать, ты готов попасть в мир мой. Здравствуй, ну где же ты? Тебя на полпути к таинству встретил охотник. Будь осторожен, он открывает секреты, но его советы ложны. Отказаться от чар его сложно, но ты это сделать должен. Твой незащищенный разум преследует изощренный ум. Каждую фразу пускает он словно стрелу отравленную. Сделай же так, чтобы она была отправлена во тьму. Закрой глаза и уши, слушай далее, что я скажу. На ощупь продолжай идти сквозь мглу, так-то лучше. Дальше будет больше, открывай глаза понемножку. Когда окрепнешь, обретет защиту мозг. Уверенней возьмешь вожжи звездной колесницы. Прочь от смрадной темницы, в которой ты живешь. Единый, как плоть и кровь.